Привет всем! Сегодня мы купили вот такую клетку для наших хомячков, которых подарили. У нас два джингарика подарили Ангелине на день рождения. И клетка, мы ее разобрали. Да, купили клетку вот такую, именно такую закрытую, как она клетка-переноска, для того, чтобы можно было в машине перевозить. Сейчас мы, значит, наложим опил и как бы подготовим корм и положим наших джингариков, посмотрим, как они у нас будут здесь чувствовать. Да, Ангелина? Угу. Ну все, хватит, наверное. Так, вот у нас здесь вставляются две таких вот. Сейчас это как, наверное, для корма. И... Одна для сухого мы положим, а вторая будет у нас для такой как... Сырое. Сырое, там капусточку, морковочку. Ты вот эти вот большие положи. Ага. Большие, да, там... Вот у нас специальный корм. Так. Сейчас это у нас вот так она закрывает. Я еле так, чтобы папе видно было. Потому что чтобы нам тоже... Ты же для ребят это снимаешь, чтобы они посмотрели, что она закрыта. Все. Сейчас давай сюда поместим наших хомячков. Вот смотрите. У нас один такой вот. Это у нас кто? Это у нас Роман. Да. Мы думали, что это девочка, а оказался мальчик. Давай, давай, доставай второго. Вот нам таких двух хомячков подарили. Она кусается. Вот это и вот. Мы их назвали эту, Роза, а это Ромашка. Но... Роман. Очутилось, что это не Ромашка, а Роман. Значит, у них будут дети. Да, и теперь у них Романчик. Давай вот сюда, пусть. Давай. Вон, посмотрите, как... Ой, как им нравится. Все, забегали, забегали. Ой, прикольные. Красивые, да? И еще у нас вот есть второй этаж. Вот так у нас закрывается. Здесь у нас поилка, там у нас колесико. Здесь, кстати, горочка есть вот под низом. Папа, покажи вот так, чтобы видно было. Да, с горочки могут спускаться. И горочка как с лесенками могут по ней подниматься. Вот так она закрывается. И с другой стороны. И с другой стороны. Все. Закрыть. Здесь хорошо, сверху дырочки есть, чтобы воздух пропускал. И еще с другой стороны есть как бы тоже такая решеточка, чтобы тоже свежий воздух поступал. Очень удобная, потому что мы уезжаем на выходные, бывает, значит, куда-нибудь в другие города или там еще куда-нибудь. Ее можно в машине брать, эту переноску. Ну, все как нюхает. Они там себя чувствуют? Все нюхают, нюхают, что-то новое. О, быстрее кушать побежали, все новое обследуют. Ну, как вам наша клеточка? Понравилась? Нам очень понравилась она. Ну что, Ангелина, что нужно сказать? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока. И не забудьте написать в комментарии, понравилась ли ваша нам клетка. Да. Пока-пока.